Друзья, я вас всех приветствую. В общем, находимся мы в городе Филадельфия. Давно у нас не было прогулок с вами. Это район Queen Village, то есть один из старейших районов, центральных районов города Филадельфия. И сходим мы с вами в сторону рынка. А вы посмотрите, как люди отдыхают, как живут. Сейчас как раз ярмарка, потому что воскресенье. Вот так все здесь перегораживают, и начинается ярмарка. Продают здесь всякую ерунду, в принципе, ничего интересного там нет, как правило. То есть для собачек, еще для кого-то. Воскресный день. Филадельфия – один из старейших городов Соединенных Штатов Америки. В свое время здесь даже жило больше людей, чем в самом Нью-Йорке. Вот, поэтому здесь частный сектор, ну, так скажем, жилой фонд, он весь убит. То есть это старые-старые какие-то дома, в общем, перекрытия все старые, все здесь осыпается. И в основном здесь либо таунхаусы, либо апартменты. Вот, ну вот смотрите. Итальянский ресторан 1900 года. То есть это достопримечательность этого района. Мы недавно смотрели, сколько стоит именно здесь прикупить себе таунхаус. Сколько? В общем, здесь все от миллиона долларов. Несмотря на то, что все это осыпается и все стоит очень дорого. То есть поддерживать такое жилье, вот, несмотря на это, стоимость недвижимости запредельная. При том, при всем, что здесь не сказать, чтобы было безопасно. Вот ночью здесь очень много каких-то байкеров, очень много каких-то наркоманов. Мы уже с этим сталкивались. Но зато так живенько, достаточно живенько. Интересно. Жизнь кипит, как вы видите. Огромное количество ресторанов, баров, мероприятий всяких. Здесь есть улица, где огромное количество бутиков, то есть с одеждой, со всем на свете. Вот все, что можно представить, все здесь есть. Ну и вы сейчас можете даже обратить внимание, то есть идем там в китайский ресторан, японский ресторан, такой-сякой, пятый, десятый. Живут здесь в основном любители до всего дойти пешком и тусоваться среди людей. Ну, еще хотелось бы сказать, что здесь большая проблема с парковкой, с паркингом. Так как город старый, поэтому здесь никаких практически подземных парковок нет. То есть выживай как хочешь, как можешь. Поэтому здесь люди бьются за парковку. То есть здесь очень-очень все жестко. Очень все жестко. Вот. То есть не самый комфортный город. Вот центр, если в центре жить, не самое комфортное место. Я бы сказал, что он вообще некомфортный абсолютно. Но что говорят филадельфийцы, что у нас здесь как в Нью-Йорке все, но дешевле, чем в самом Нью-Йорке. И мы это типа любим. Да, тот же самый Нью-Йорк, только дешевле. Но все-таки он отличается, энергетически отличается от Нью-Йорка. Все-таки немножко что-то другое по энергетике. Так. Естественно, дикое смешение культур присутствует. Много пост-английского, пост-итальянского, ну и всяких наследий Африки, Азии, Латинии. Такую толкучку. Здесь
Здесь у нас идут итальянские рестораны, мы видим. Одни из старых итальянских ресторанов. В общем, конечно, стряли мы здесь немножко в этой толкучке. Я, если честно, даже не ожидал, что мы сюда попадем, в толкучку. Так, сейчас, надеюсь, прорвемся. Это у нас не живой звук. Это просто музыка играет, а люди ждут представления. Ну вот мы с вами вырвались, наконец, на свободу из объятий людей. Вот. Город, конечно, веселенький. Посмотрите вот на дома. Сейчас я попробую вам приподнять. Вот видите, все облупилось, все такое старое. И здесь очень много каких-то зданий, помещений старых. Если вы любите эстетику декаденса, то здесь вы найдете на что посмотреть и что сфотать. Да. Ну, то есть все вперемешку. То есть здесь что-то разваливается, там отваливается. Куда ты собираешься идти? Давайте тогда вот так по прямой пойдем. Здесь рынок. Вот что хотелось бы сказать, конечно, люди здесь разношерстные, здесь очень большая миграция, очень большая, поэтому нельзя что-то сказать определенное вот про людей, как вот, допустим, мы были когда в Джексонвилл, то там, да, ощущается, что вот есть свой local people, а здесь уже это особо не ощущается. Единственное, что я заметил, люди живут в стрессе в таком определенном. Вот посмотрите, сколько стоят продукты. Вот, стоимость этого всего. Вот, то есть люди живут в стрессе. Шум здесь вот в центре города, он зашкаливает. Вообще найти место, где не было бы шумно, очень-очень тяжело. Но ночью никто не останавливает, допустим, людей в их любви к шуме, к шуму. В общем, как-то так. Ну вот, 3 лимона здесь пишут за $1. Вот. 3 вот этих вот апельсина за $2. Такие цены небольшие. Давайте немножко зайдем, посмотрим, как здесь. Кабачок 69 центов, вот один, видите, написано. 61 цент. Ой, 69 центов. Вот, одна коробочка, значит, ягоды полтора доллара. Это, кстати, относительно недорого. Я сейчас куплю, и особенно вот Blackberry за 75 центов в текущих реалиях. Это хорошая цена, надо брать. Вот. То есть такие скидки небольшие. Здесь же вот люди кушают прямо на улице. Так, сейчас мы... выйдем из этого из всего. Пока там Иван покупает что-то. А вы почувствуете дух этого города. Вот, мы, слава богу, скоро отсюда уезжаем. Ну как скоро? Мы еще наживемся здесь, но потом мы едем в тишину. Я вообще не особый любитель вот таких вот... толкучек и сборище людей, это все-таки не мой стайл, не для моей жизни. Я люблю тишину, люблю чистоту, а здесь с тишиной, с чистотой все очень-очень плохо. Hey,
манго жарят. Вот эти. Жарится манго, кукуруза. Сейчас пройдем. Здесь книги всякие продают. Так. Рестораны. Так. Ну вот еще обратите внимание, жилой фонд насколько убит здесь. Вот, вообще, что-то отремонтировать в этом городе очень дорого. Не все могут себе это позволить. Ну, какая красота. Только обливают водой. Поэтому мы бы остановились. Что-нибудь у них купили, но я боюсь, нас забрызгивают водой и нашу камеру. Продолжаем двигаться. Вот и раз сюда улочка с детьми, да? Такая. В общем, все, друзья, если вы хотите увидеть еще больше прогулок, пишите свои комментарии, поддерживайте формат таких роликов. Всем спасибо, всем пока!